Алтайские театралы на неделю сменят прописку. В июне состоятся обменные гастроли Новокузнецкого драмтеатра и Алтайского краевого театра драмы. Барнаульские артисты покажут зрителям Новокузнецка премьерные постановки последних сезонов «Москва петушки» Ерофеева, «Укрощение строптивой Шекспира» и «Два ангела, четыре человека» Шендеровича. А новокузнецкие гости представят на сцене театра драмы свои лучшие спектакли. Это трагикомедия «Дон Жуан», постановка «Иванов» по пьесе Чехова, сказка «Кот в сапогах» и три комедии «Звездный час», «Лес» и «Гарнир по-французски». Многие из них были высоко отмечены на российских фестивалях. Полная информация о спектаклях Новокузнецкого драмтеатра на официальном сайте. Билеты поступят в продажу в ближайшее время. Гастрольный тур состоится с 14 по 18 июня. Я думаю, что и для вас будет интересно, и, я надеюсь, важно посмотреть наши спектакли, потому что они не похожи на спектакли вот, вашего театра и вообще на спектакли каких-либо других театров. У зрителей есть уже определенный какой-то стандарт восприятия, и хорошо его немного не разрушить резко, да, а чуть-чуть сделать чуть-чуть больше, чуть-чуть дальше, чем люди ожидают.